Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. В сезон абрикос я вам предлагаю приготовить такой вот восхитительный и очень вкусный пирог без добавления сахара. Приятного просмотра! Для приготовления пирога соединить в чаше 200 грамм мягкого сливочного масла и 150 грамм измельченных пюре абрикос. Взбить миксером до однородности. Добавить к этой массе 3 яйца и продолжить взбивать около минуты. После взбивания добавить пол чайной ложки разрыхлителя и 500 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Замесить тесто. Зафальцевать тесто пищевой пленкой и убрать в холодильник на час. По истечении времени достать тесто из холодильника и еще немного обмять. Одну треть теста отложить в сторону. Оставшиеся две трети теста раскатать в пласт не толще 2 см. Переложить раскатанный пласт в смазанную маслом форму диаметром 20 на 30 см. Убрать скалкой лишнее тесто по бокам формы. Поверх теста равномерно разложить 500 грамм очищенных абрикос. Раскатать тонко оставшееся тесто и разрезать его на полоски. Украсить полосками поверхность пирога. Запекать пирог в духовке, разогретой до 180 градусов 30 минут. По истечении времени дать пирогу остыть, и можно наслаждаться его вкусом. Благодарю за просмотр данного видео. Поставьте лайк, если понравилось. Подпишитесь, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!